Культуру ЖКХ в массы. В Сургутской администрации прошла информационная встреча сотрудников службы жилстройнадзора Югры с председателями ТОС и другими активными гражданами. Цель – повысить грамотность собственников жилья в коммунальных вопросах. Такие семинары уже прошли во многих городах региона. Жителей учат правильно создавать советы дома и взаимодействовать с управляющими компаниями. Например, что не стоит сразу писать губернатору о проблеме, которую способен решить управдом. Собравшихся также научили, как не переплачивать по тарифам. Плата за оказание коммунальных услуг на общедомовые нужды взимается в пределах норматива. Данные нормативы утверждены департаментом ЖКХ автономного округа. Сейчас разрабатываются новые нормативы, с нового года будут уже новые приказы. Соответственно, если вы хотите с ними ознакомиться, можно и на сайте будет службы, и на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства. Я думаю, администрация тоже на своем сайте это все донесет до граждан.